Всем привет, ребят, с вами я, у меня для вас очень классные новости. 20 и 21 мая я буду в Киеве на фестивале «Видеожара». Если вы не знаете, я был в прошлом году, обещал вам выпустить что-то типа влога. В общем, я там наснимал кучу всего на телефон, потом в итоге посмотрел, и мне как-то все это не понравилось. Там все очень плохо, некачественно. Ну, в общем, я решил это не выкладывать. Но в этот раз я обязательно что-то вам наснимаю. Но для тех, кто хочет со мной лично встретиться и пообщаться, поиграть во что-то, там будут разные игры, пофоткаться, в общем, все это можно будет сделать на видеожаре 20 и 21 мая. Вся информация есть в описании под этим видео. Купить билеты вы, опять же, можете, есть ссылка в описании под этим видео. Все, кто из Киева, друзья, вам 100% нужно прийти. Вот прям, нет, 200% вы должны быть на видеожаре. Ну а те, кто из вас из других городов, приезжайте, прилетайте, прибегайте. Буду вас всех ждать. Также видеожара любезно предоставили мне 5 билетов, чтобы разыграть среди своих подписчиков. Поэтому я сделаю что-то типа конкурса. Я не особо люблю конкурсы на YouTube, это не место, мне кажется, для конкурсов, но все же, окей. В общем, чтобы вам выиграть билет на видеожару, нужно выполнить буквально несколько простых действий. Подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, написать комментарий, подписаться на мой инстаграм, подписаться на мою группу ВКонтакте, подписаться на группу Видеожары ВКонтакте, сделать репост этого видео на своей странице, подписаться на мой твиттер, написать мне в твиттере что-нибудь, похлопать в ладоши, взять с полки пирожок, укусить его и положить обратно. Ну а если серьезно, друзья, я вас всех буду ждать на видеожаре в Киеве 20 и 21 мая. Обязательно приходите, зовите друзей, будет весело, пофоткаемся, поиграем, пообщаемся. В общем, я думаю, мы очень классно проведем время, и я для тех, кто из вас не придет, обязательно запишу видео, да. Кстати, ребят, с сегодняшнего дня и до конца мая в нашем магазине 10% скидки по промокоду YAL. Так что все, кто из вас еще не решился закупиться в магазине и вступить в отряд, сейчас самое время. Ссылка на магазин в описании под видео. Что ж, на этом все, друзья. Всем большое спасибо, всем удачи, всем пока.